Доброе утро! Салат из киноа с красной рыбой – отличный вариант легкого, в то же время сытного и сбалансированного завтрака. Для этого нам понадобится красная рыба, киноа, помидор, руккола, шпинат, оливковое масло и гималайская соль. Гималайская соль – уникальный источник минералов, которые сохранились в природной форме и усваиваются организмом на 100%. В кипящую воду засыпаем киноа, накрываем крышкой и оставляем томиться до готовности. Сразу же возьмем 100 граммов красной рыбы в виде стейка и тоже отварим ее в подсоленной воде. В глубокую миску руками измельчаем шпинат и рукколу. Помидор нарезаем кубиками и добавляем к нашей зелени. Готовое киноа добавляем к нашему салату. Посыпаем все гималайской солью, заправляем оливковым маслом и перемешиваем. Киноа – это крупа, которая содержит все незаменимые аминокислоты. Также она богата железом и магнием. А зелень – прекрасный источник перевариваемой клетчатки. Готовый салат подаем с отварной красной рыбой. Она является источником незаменимых омега-3 жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие на организм. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!